mm <sighs> Ребят, привет! Давайте также вы будете писать вопросы, если будут какие-то какие-то вопросы. Вот. А я, конечно же, поотвечаю. А сейчас я хотела бы ответить вам на вопросы, пока, пока собирается, собираются, если соберутся, мои три подписчика. На, на сегодняшний день, которые часто задаваемые вопросы. Во-первых, по марафону Пранофит. Кто не успел присоединиться? Кто не успел посмотреть? Да, ребят, конечно же, марафон был в записи. И вы можете его точно так же приобрести. Про что он был? Мы там разобрали несколько случаев у участников. Вот, и поговорили про некоторые органы, некоторые мышцы, как их лучше. Были две практики у нас, с телом такие часовые. Вот. и конечно же говорили какой орган на что он, на что нужно обратить внимание, какая мышца, за что отвечает вот. и как... не успевая ребят скидывать отзывы, собирать их, чтобы вам посмотри, чтобы вам показать, чтобы это было не просто там от меня, что я так сказала, мне так кажется, что марафон прошел вот так-то. Да, конечно же, от ребят были отзывы и положительные, что мне очень приятно, что, значит, туда иду. Конечно же, еще есть, есть моменты, чтобы я, наверное, подкорректировала бы в своих марафонах, чтобы они были еще информативнее. Вот. И с завтрашнего дня мы с вами запускаем марафон «Касание вечности», где я расскажу, как правильно заходить в сухие дни. Мы с вами вместе зайдем в сухие дни. Ну, я понятно? Вот. И вы будете смотреть. То есть мне пишут ребята, а если никогда не был на сухих днях, а если нет никакого опыта, возможно ли это? Да, ребят, конечно же, все возможно, потому что у вас этот марафон сохранится навсегда, ну, насколько вы захотите его сохранить. И, например, в этот раз вы захотели зайти только на два дня, в следующий раз там вы его точно так же включаете и заходите на четыре, на пять, на семь дней. Как вам уже будет, как для вас будет удобнее, для вас будет комфортнее? Там мы будем разбирать, что происходит в первый день, какие процессы идут в организме. Потому что когда вы понимаете, какие идут процессы в организме, то, конечно же, вам становится проще, и на многие моменты вы просто не обращаете. Вы... Если бы какие-то моменты вас, например, начали бы выворачивать, то зная, что с вами происходит, вы на некоторые моменты вообще перестаете обращать внимание. Вот, почему у меня ребята идут. В длительные, сухие, в длительные для каждого свои. Я не буду обозначать цифру, то есть для кого-то длительные это 4 дня, а для кого-то 44 дня, да. И мы же здесь не соревнуемся, мы идем к исцелению, к здоровью, да. У нас нет соревновательного процесса: кто, кто быстрее, кто сильнее, кто дольше. Нет, это ни в коем случае. Мы идем только. К исцелению себя, к исцелению своего тела ⁇ это очень важный момент. И почему вам становится проще заходить на другие сроки? Почему вам становится проще воспринимать какие-то моменты? Почему у вас иногда вообще уходит какая-то интоксикация? Да, потому что вы правильно заходите, потому что вы понимаете, что происходит на каждом этапе, на каждом дне. Что происходит с вами ночью, что происходит днем, почему вечером обычно срывы. Ну и, конечно же, самое основное, о чем мы с вами поговорим. Смотрите, у нас есть четыре звука первичных, когда зарождался плод. И эти первичные звуки это первое. Первичный звук, который слышит ребенок, это звук сердцебиения матери. Это первый. Второй ⁇ это голос матери. Третий ⁇ это дыхание матери. И четвертый ⁇ это пищеварительная система матери. И на этих четырех звуках основывается весь жизненный цикл в дальнейшем плода или плода, как правильно. И когда мы убираем из своей жизни еду, то неосознанно, то есть то, что мы не слышим, как течет кровь, то, что мы не слышим, как, как у нас работает сердце, как у нас работают надпочечники, как у нас работает печень и все внутренние органы, если мы думаем, что мы не слышим, то внутри себя эти все звуки, они никуда не делись. Они все у нас есть, присутствуют. И основываясь на них, мы ощущаем себя живыми. И когда пропадает какой-либо звук, то у нас идет, выплескивается вот это вот глубинное чувство страха. Оно просто разрывает и вот эти вот панические атаки, еще что, то есть каждую паническую атаку его можно разобрать во внутриутробном состоянии, да, возвращаясь туда. И то же самое с состоянием, когда мы находимся без пищи, когда у нас нет привычного вот этого вот, так назовем, бурления ЖКТ, у нас на подкорочку идет сигнал сос, и вас, ваша гормоналка, ваш мозг выводит в любые состояния то есть мы умрем нам хочется есть нам хочется вкуса нам хочется на день рождения нам хочется туда 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 то есть он придумает всего но только вам не подскажет почему это случилось и вот эти вот состояния мы с вами разберем разберем вот на этом марафоне который будет касание вечности в 9 дней почему люди выходят когда не хочется есть? Что, что можно сделать, чтобы перебороть то или иное состояние, чтобы идти дальше на очищение? Все эти моменты, конечно же, мы проговорим. Вот. И еще вопросы вот здесь задают про ретриты. Смотрите, ребят, мне ретрит-центры выставляют определенные условия, как, наверное, и всем, да? Вот если у вас будет столько-то человек, то ценник будет вот такой-то. Если будет столько-то человек, то ценник будет вот такой-то. И когда людей набирается немного, то ценник он настолько большой получается за проживание, что смысла нет, потому что вы же понимаете, что как бы, ну, у всех есть команда, кто-то работает соцсетями, кто-то кто, -то, кто -то мне в одном помогает, кто-то в другом помогает, кому-то я помогаю. Вот. И тогда становится неактуально. Спасибо огромное за сердечки, мне очень приятно. Я их обожаю. И становится неактуально в проведении этого ретрита. И вот на Сочинский ретрит на сегодняшний день мало заявок. Ну, вот так вот случилось. Поэтому мы до 4 числа, ребята, мы попросили не покупать билеты, кто зарегистрировался на ретрит. И до 4 числа мы посмотрим, если не наберется определенное количество участников, то сочинского ретрита не будет. Будет только Алтай и Байкал. Но на Алтай там, по-моему, практически все места уже заняты, нужно будет смотреть. А на Байкал там еще есть несколько мест. Вот, ребят, смотрите, присоединяйтесь, кому что откликается, кому что заходит, и обязательно с вами увидимся. Вот, если есть вопросы, задавайте. А я бы, знаете, еще хотела ответить на такой вопрос, причем очень много ребят. И сегодня, в том числе, я была на конференции, вот. и там девушка задала такой вопрос, причем он для многих актуальный, да, она задала такой вопрос, говорит, вот у меня все хорошо, у меня есть работа, которая приносит мне достаточно стабильный и хороший доход у меня вроде бы все есть но внутри что-то вот сверлит как будто вот что-то вот хочется другого а что другого не понимаю но уходить вот с этого места тоже не хочется потому что но ну, здесь все уже понятно все устаканено заработок хороший вроде бы все хорошо сиди себе до да сиди но вот хочется выйти и такой вопрос был как выйти из зоны комфорта, как выйти из этого состояния, чтобы начать что-то делать. Потому что многие из вас столкнулись с этим, многие слышали, многие кто-то уже лично столкнулся и не один раз, что трудные ситуации, какие-либо трудности, они нас закаляют, и они нас ведут в какие-то свои новые результаты, в свои новые результаты. И очень часто человек начинает по протяжению какого-то времени благодарить какую-то ситуацию, болезнь, там, еще что-то, за тот процесс, который с ним произошел, что он понимает, что в результате этого процесса он вышел вот в такой свой жизненный период, который его сейчас удовлетворяет больше, чем тогда. И, конечно же, она задала такой вопрос, А как выйти из зоны комфорта, чтобы начать делать что-то другое? И вот здесь вопрос. А нужно ли выходить из зоны комфорта? А может быть, нужно расширить границы твоего комфорта и не ломать все? Так, а зачем вы качаете губы, ставите брекеты? Так, ребят, губы у меня не накачанные. Если вы посмотрите, они всегда такие у меня были с детства. Просто, ну вот они у меня вот такие. Зачем я ставлю брекеты? Ну чтобы выровнять зубы. Как зачем я ставлю брекеты? Чтобы зубы были прямые, ровные. Для этого брекеты ставятся. Вот. Но и для других моментов. То есть, э, когда в вашей жизни нет твердой пищи, то, естественно, структура, структура всего вашего организма, она все равно так или иначе меняется, И в том числе э, десны, кости, кость десны, она тоже становится другой. И если зубы выросли на еде, они привыкли к определенному давлению, а привыкли к определенным действиям, так скажем, да то когда убирается пища, то у меня, например, у меня зубы начали, зубы мудрости начали ложиться. То есть если они стояли, то они как бы легли и вытеснили очень сильно клыки. И если вы посмотрите там, например, летние какие-то эфиры, то вы увидите, что прям клыки, то есть мне поставили где-то в конце лета, да, по-моему, если я не ошибаюсь, вот, у меня уже начали клыки прям резать губу. Настолько вот они вот в, на, начали в, сюда вываливаться, так скажем. Вот. И чтобы этого избежать, чтобы, чтобы их поставить как бы свои обратно пазлы, так назовем, да, свои, э, свои капсулы, то я воспользовалась, как мне показалось, одним из самых простых. Методов это брекеты, потому что на определенном этапе все прекрасно знаете, что начинают еще меняться зубы. И хотелось бы, чтобы если зубы идет смена зубов, то они бы уже вылезали как бы каждый в, своем, в своей капсуле чтобы они не заходили на капсулы другого, чтобы они были более ровные, это первый момент, и они, конечно же, эмаль начинает наращиваться, то есть зубы они как будто как а, становятся больше немножечко шире. Привет, дорогая Анташечка. Вот, ну тут очень много много и много чего я вам не скажу в открытом доступе. Я об этом уже ребятам говорю. Это не потому, что я хочу какую-то зажопить какую-то информацию, да. Это просто есть определя... определенные алгоритмы, которого, которые мы можем говорить в открытом доступе, которые не можем. Это касается и Ютуба, и вообще информационного пространства, потому что Но я не совсем удобный человек для социума, и я это тоже прекрасно понимаю. Поэтому я тоже немножечко как-то себя хочу обезопасить. Поэтому на марафонах, тем более на ретритах, ребята, тем более, которые ездят ко мне на ретриты, и которые ездят не первый раз, не первый год, да, они уже знают обо мне совсем другую информацию, нежели в эфирах. Вот. Вот так вот, ребят, задавайте вопросы. А если есть вопросы, то я на них с огромным удовольствием отвечу. Сейчас еще посмотрю. <coughs> В чате мне тут накидали тоже вопросиков. так, спрашивали еще ребята, что такое эмоции. Ребята, у меня, по-моему, целый эфир есть, что такое эмоции, что такое э, чувствование. То есть эмоции – это поверхностное состояние, это как головка у спички. Вспыхнул, и все. То есть эмоцию, когда вы славливаете, она всегда, она всегда чаще всего спонтанная, она быстрая, она яркая, и она очень, очень быстро также она сходит на нет. Да? А чувствование, оно глубоко. Это глубина, это объем, это, это другие краски, это как океан, который захватывает. И это надолго. Нет такого слова навсегда, да, будем говорить, что это надолго. Вот этим вот они отличаются. И когда человек выходит в состояние чувствования, уходит от эмоционального состояния, когда ему уже но когда приходит к состоянию чувствования, когда он понимает всю эту глубину, весь этот калейдоскоп красок, то, конечно же, обратно выходить в состояние эмоций уже неинтересно. Они становятся поверхностными, они становятся пылью, они становятся разовые, быстрые, какие-то вот эти вот вспышки разовые, они, они уже не привлекают. И все, что связано с эмоциональным фоном, все, что связано с эмоциями, это уже уходит. Это уже становится просто неинтересным. А вы знаете, что связано с эмоциями, да? Мы с вами об этом уже говорили. Да, и еще, ребят, все-таки я бы вам еще хотела напомнить, смотрите, мне и в личные сообщения пишут, и в чате, ребята, я смотрю, ребят, я все сообщения в чатах я читаю, я на них не отвечаю, я вам, я, я наблюдаю за тем, как вы общаетесь, как вы коммуницируете с друг другом, что вы передаете, какой свой опыт вы передаете, либо много там 90% к сожалению это вот умничество, а вот там вот, а вот то-то. Нет такого, что я делаю так-то, потому-то, потому-то, у меня такие-то, такие-то результаты. Чаще вы начинаете что-то советовать. Не берите на себя такую ответственность, вы не знаете другого человека. И например, когда люди пишут, ой, ребят, выхожу на сухие дни, а можно ли убрать таблетки или еще хлещет его гормоны? Неужели вы считаете, если вам настолько, вы настолько не цените свое здоровье, вы настолько не цените свое тело, что готовы спросить от, от таблеток и от гормонов, неважно, пусть это будет просто какое-то медикаментозное лечение, на сегодняшний день в том состоянии, в котором вы зависит ваша жизнь, неужели вы готовы вашу жизнь передать в руки человеку, которого вы, может быть, никогда не видели, а может быть, никогда и не увидите, чтобы он вам ответил на это смс-кой, одной смс-кой. И очень часто такие вопросы появляются. Очень часто мне пишут в личку, я сразу же говорю, что я не отвечаю, я либо игнорирую такие сообщения в личке, либо говорю, что я по смс на такие темы не общаюсь. Но я смотрю, например, в чатах, у нас здесь вообще поголовно, то есть человек, например, спрашивает про таблетки, а ему уже там несколько человек ответили, как ему быть. Они не знают, как, они не знают истории его болезни, они не знают, что с ним происходит, они не знают, какие таблетки, то есть там даже ничего не спрашивается. Просто накидали ему советов, и человек такой: Спасибо, я так и сделаю. Как вы думаете, вы исцелитесь, ваше тело вас еще больше заведет в ту ситуацию, чтобы вы все-таки развернулись и посмотрели на свое тело. Поэтому, ребят, если вы цените свое тело, одно дело, когда мы говорим о каких-то таких моментах, что, ой, ребят, нам заболела голова, посоветуйте какие-то упражнения, какие-то практики, что вы делаете? Вот, например, ацидоз такой-то, что вы делаете? Вот хочется выйти, что вы делаете? Но когда это касается каких-то моментов, которые решают состояние вашей жизни на данный момент, ну задумайтесь действительно ли вы хотите об этом услышать но вот один скажет что я там бросил таблетки, другой скажет что я не бросил таблетки или я могу сказать что когда я начинала это было 11 лет назад у меня первые, э, первые сухие дни проходили на гормонах я их не могла убрать иначе я бы задохнулась. а потом когда я начинала э, потом с, как, с каким-то периодом, я уже была без э, какого-то медикаментозного вмешательства. Но это не, потому, что, это, это не потому, что я стала умнее. Это потому, что у меня было состояние моего организма уже другое. И я понимала, смогу я без этого или нет. Я это понимала. Мне это никто бы подсказать не смог. Они не могут. Прочувствовать то, что чувствую я. Никто не может прочувствовать то, что чувствуете вы. Именно поэтому я всегда вам говорю, я не гуру, я не учитель, я не медик. Я с вами просто делюсь своим опытом. А на сегодняшний день я с вами делюсь и своим опытом, и опытом ребят, которые идут со мной, с которыми я иду. И вы можете, опираясь на чей-то опыт, принимать свой, проживать свой. Просто у вас есть разнообразие, что вы можете выбрать. А вот это вот, да, вот это мне может подойти, а это точно нет, это точно не мое. Но вот это, мне кажется, не мое, но я бы попробовала. Но всегда ответственность только на вас. По-другому не может быть. Так, Светочка, что за фигня происходит со мной? Как ретрит или марафон? У меня жор начинается, причем чувствую, что из ушей уже скоро полезет, а насыщение не чувствую. И это синхронно с Андреем обоих. Oh mm. Ну, потому что у тебя э, идет программа, что я сейчас должна зайти на э, там на сухие дни, еще на какие-то, убираю эту программу. Скажу как бы, ну я могу послушать этот марафон, если я захочу, я буду на сухих днях. Я же это, ты же это берешь для информации, ты же это берешь не для того, чтобы а, обязательно это сделать. Нету обязательного. Есть только самое ценное – это ты. И ты идешь в самоценность себя, а то, что для тебя дело, <таскручные> ты это осознанно примешь, если ты посчитаешь, что для твоего тела Ценно быть в состоянии без еды и без жидкости или без еды только, то ты туда и пойдешь. Это будет ценно для тебя. Это не будет потому, что нужно, это будет для тебя, для самого родного человека. Убирайте все рамки и ограничений, что вы обязательно должны. Просто да, когда много человек, это проще сделать. И ты, скорее всего, тоже понимаешь, что э, ты для себя решишь, что нет, я, конечно же, буду не обязательно. Но когда вы входите в процесс, когда вас несколько человек, даже если вы не планировали быть в этом состоянии, ты такой, о, ну ребята, пошли, ну-ка я с ними за компанию. Становится просто легко. И когда вы понимаете, что становится просто легко заходить в эти дни э, в компании, там еще с кем-то, вы как будто бы... Э, заранее пытаетесь как бы нагрузиться, да? И задавали такой вопрос мне, а кому легче заходить в сухие дни? Людям с большим весом, либо с малым весом? Ну, я там не говорю, что там толстый, не тол толстый, полный, там жирный, неважно. Просто там у каждого большой вес в его сознании – это своя какая-то цифра или своя какая-то картинка. И вот я, ребят, вам скажу, что по личному опыту я могу сказать, что очень большая была дискуссия в чате. И пришли к выводу, что тяжелее заходить на сухие дни полным людям, потому что полные люди, как правило, более больные по статистике. Так вот, я вам могу сказать однозначно, что это вообще не имеет значения. И я вам могу сказать даже больше, что выход в состояние неедения даже не зависит от того, насколько вы больной либо здоровый человек. Это все сидит вот здесь вот. И сейчас, ребят, простите, кушки открою окно. Давай бегом. Давай бегом. когда мы говорим о болезнях, да, и неизлечимых каких-то заболеваниях, то, знаете, я уже, и я уже не раз сталкивалась. И когда, так скажем, с коллегами, с единомышленниками общаемся, к выводу, основываясь на научных фактах, основываясь на на том, что мы видим по людям, по анализам, нет неизлечимых болезней, нет есть только тот э, барьер, который есть у вас в голове. Это знаете, когда покупаете детскую какую-то игрушку и там, чтобы она запеликала, нужно выдернуть вот эту вот пленочку там так, такая ее выдергиваешь, все, и батарейка соприкасается там с, с контактом, и она начинает работать. И вот если вы выдернете у себя вот эту вот пленочку, то любое заболевание, любое, вы можете в себе исцелить. Просто каждому нужен определенный подход. Кто-то готов идти в это состояние, а кто-то не готов. У кого-то страх вот этот вот просто поднимается. И со страхом можно проработать, да, с разных сторон. Вторичного доступа света не существует, закрытый клуб, я правильно поняла? Ребят, я вторично не ребят, как бы говорю, что я не запускаю, но бывают ситуации разные, я же тоже человек, и у меня бывают тоже разные, разные ситуации. Поэтому, если вы напишите, что, что у вас, почему вам нужно быть второй раз в этом клубе, почему, почему с первого раза не поняли, что вам там нужно было быть, то мы можем обсудить. Наверное, вот так вот все-таки. Так. Светлана, скажите, пожалуйста, на автономии можно вращаться вокруг своей оси? В какую сторону, против или по часовой? И руки как держать? Благодарю. Давление повышается на чистых, приходится выходить. Так, ребят, во-первых, смотрите, кручение вокруг оси, да, оно имеет место быть, и оно на самом деле, оно на самом деле классное, да, и там есть несколько техник, как делать руки. То есть есть руки Просто они в разные стороны. Есть некоторые техники руки вот так. Вот, но вы уже смотрите, насколько у вас вестибулярный аппарат готов. Потому что м, у разных э, людей по-разному бывает. То есть в одну сторону ему удобнее собраться, а в, в некоторых случаях ему удобнее, чтобы у него была какая-то опора еще на воздухе. Вот, поэтому, э, но я могу сказать так, если, э, если вы только начинаете эти практики, то все таки если вы в одну сторону сколько-то сделали прокрутов или по времени, или по количеству, то и в другую сторону сделать столько же. То есть вы раскрутили в одну сторону, прочувствуйте, как он. Раскрутили в другую сторону, прочувствуйте, как он. То есть мы... Если что-то закручиваем себе, на себя, то, что мы хотим взять, мы это делаем по часовой стрелке. Если мы от чего-то избавляемся, от, от каких-то недугов, от чего-либо, то мы делаем это против часовой стрелки. Так, и давление повышается. Давление повышается, потому что кровь густеет. Ребят, да, кровь густеет, но чтобы этого не было, я уже не раз говорила, пробуйте ходить на пяточках, во-первых, хотя бы 5 минут в день. Это первый момент. Включите практики дыхания, либо по Винхову, либо какая вам зайдет просто. Э, мне кажется, смотрите сами. Бутейка, Стрельников, Винхов. Вот попробуйте, какая практика вам лучше всего. Э, делайте практику дыхания, потому что практика дыхания разжижает кровь. И э, холодный душ. Холодный душ, он нас как будто бы, как бы перепрограммируют. Вот. Перепрограммируют в какой, в какой степени? Смотрите, очень, очень все любят избавляться от паразитов, да, причем некоторые, к сожалению, избавляются от паразитов до такой степени, что... Ну, прям пипец, ребят. Вот действительно, вот встречала я, что люди по два, по три года прям чистятся, чистятся, чистятся и дочищаются прям до, до еще хуже заболеваний. Вот. Здесь нужно понимать а, такой момент, как бы начать с понимания, то есть все паразиты, которые есть в нас, какие бы они ни были, на каждом питании есть свои определенные паразиты. Вот эти паразиты, они имеют тоже ДНК, то есть мы с вами имеем ДНК, и паразиты, они тоже имеют ДНК. Только у паразитов ДНК кольцевая, а у нас с вами ДНК ядерная, то есть у нас в ядре, кладезь всего. Это просто информационное поле, поле знаний. То есть это, ну, это очень много. А у них всего лишь э вот такое вот колечко. То есть у нас ДНК не совпадает. И если вы переходите на другое питание, на другой образ жизни, то ваша ДНК начинает э э как бы... Ну, воевать, наверное, это какое-то громкое слово. То есть э -э полностью они начинают не сходиться Знаете, как магнит к магниту бывает одной стороной, они прямо не невозможно. Вот, и эти паразиты начинают постепенно выходить. Да, в определенных случаях, не всегда в определенных случаях, нужно помочь какими-то очистительными процедурами. Но бывает так, что с переходом на какие-то более легкое питание, на… на физическую активность, на дыхательные практики, то, конечно же, идет очень большая смена этих паразитов. Но в любом случае вы одни в своем теле не останетесь. У вас все равно будет какая-либо, назовем так, микробиота, она все равно будет там пустого вас не будет. И когда вы говорите, что кто-то там подсасывает и просит еду, да, действительно такое оно есть, имеет место быть, и поэтому очень много всего придумано, очень много практик. Хотите, пробуйте практики дыхания, хотите, пробуйте практики каких-то очистительных процедур, хотите практики делайте физически, хотите практики, делайте у Саши Феклистова тоже препараты, которые тоже в помощь, кому-то помогают, кому-то не бывает такого, что всем помогло вот одно что-то, но не бывает, мы же все равно с вами разные, поэтому пробуйте, что вам подходит в помощь вам, не через эскезу, а в помощь обязательно. Да, кошка Люська, все докапываются. Так, видела я Свету вживую. Нормально там все. Это экран. Ну, да, на экране там немножечко по-другому. Света, еще вопрос. Можно на автономии глину, коалин изредка раз в неделю водой запиваю потреблять? Только на ней. Смотрите, ребят, глина это, конечно, хороший, хороший продукт, я бы так назвала, да? Но тут нужно смотреть, что глина делает. Она абсорбирует абсорбирует на себя всю нечисть, так назовем. Да? Вот. И когда вы находитесь вообще в состоянии непитания, у вас и так организму нужно перестроиться, чтобы начать добывать у самого себя, чтобы он начал вырабатывать те компоненты, те микроэлементы, которые нужны для вашего тела. И вырабатывая их, вот эта вот глина их моментально начинает поглощать. То есть ее нужно... В до определенного момента, смотря сколько вы находитесь на непитании. Если вы еще чиститесь, если вы в процессе, конечно, она будет хорошо. Но если вы уже заходите на длительные практики, то я бы здесь, наверное, поосторожничала, потому что она все-таки на себя будет забирать и то, что нужно не только Глине, но и вам. Спасибо, Светочка. Отпишусь, благодарю. Свет, спасибо за то, что ты есть. Люблю тебя. Люблю вас всех, Наташечка, всю твою семью. Всем огромный привет. Так, ну что, ребят, еще такой момент. С завтрашнего дня, если у меня есть англоязычные ребята, потому что у меня некоторые писали вопрос точечно, вот, я могу сказать, что если, ребят, это актуально, напишите мне в личку, потому что с завтрашнего дня у нас стартует еще марафон-ретрит для англоязычной аудитории. Вот. Там будет для них выбрано соответствующее время, да, чтобы у нас контактировало это, чтобы для них, это, скорее всего, там у меня ночь будет, у них как-то день, вечер. Вот. Если кому-то интересно, кому-то удобно именно по тому времени проходить марафоны, то тоже отпишитесь, я вас добавлю в ту группу. Вот. Спасибо огромное за сердечки. Благодарю за вопросы. Все очень интересно. Нет, ребят, у меня нет операции на лицо, у меня нет никаких уколов, у меня есть морщины, если вы видите, да? Вот. Поэтому уколов я боюсь, мне хватило гормональной терапии. Вот. Но если вам кажется, что я что-то себе сделала, то это клево. Значит, значит, еще не все потеряно. Все, спасибо всех, обнимаю. Привет, Макс сохраняю эфир и до новых встреч. А клубовцев я жду завтра. Я завтра днем напишем время. Это будет не очень поздно. Вот мы завтра с вами проведем вопросы, поэтому в клубе, ребят, готовьте вопросы. Вот и пойдемся, пройдемся по вопросам, и пройдемся по звуку.